Всем-всем здравствуйте! С вами снова Татьяна. И канал мой называется, девочки, Татьяна Беликова. В этом видео покажу вам распаковку посылочки с Василька. Начну вот с этого, девчата, халатика. Видите, как он на мне смотрится? Тут рукавчики. Сейчас камеру немножко опустим. И вы посмотрите. Вот так вот он по низу. И вот рукава. Здесь у нас замочек, девочки, видите? Вот мне понравилось, прям по мне сел халат. Хотя я не ношу, но вот как вот жара сильная, когда, то, конечно, буду одевать. И цвет подошел вообще. Вот я довольна халатом на все 100%. Сейчас вам скажу, девочки, цену. Домашний халат на молнии, 56 размер. Там есть размерная сетка. И смотрите по своим меркам. Я смотрю по мерке бедрам. Вот у меня обхват бедер 120, грудь 114. Я выбираю всегда по бедрам. Халат, значит, стоит 539 рублей. Покажу вам сейчас кофточки для внучки. Две кофточки я заказала. Цена ихняя. Так, одна кофточка персиковый цвет на 6 лет 248 рублей. Смотрите, девочки, какая прелесть. Это вообще внученьки моей. Вот здесь сбоку вот такая идет вставочка кружевная. Вот нежная-нежная. Пошито, девчат, смотрите, вот видите, все прошито на оверлоке. Претензий нет абсолютно. Нигде никакие ни нитки, ничего. Все нравится. Вот прошито, вот плечики. Здесь как крылышки. И ткань такая, вот она как бы немножечко тянется. Такая красивая киска. И вторая кофточка, сейчас я вам покажу. Так, вот эта персиковая стоит 248 рублей. Вторую кофтюльку взяла. Цвет меланжевый, 281 рубль. Так, этикетку туда. Смотрите, я так и не поняла, заяц, по-моему. Здесь, девочки, здесь вот такая вставочка, тоже кружевная, красота. Надо теперь ехать срочно к внучке и вести обновки. Симпатичная, очень приятная, вот такая к телу, замечательная, девчата, и по цене просто чудесно. Затем пришла пижамка. Тоже для внученьки. Сейчас я вам цену сразу озвучу. Пижамка стоит 322 рубля. Девчат, смотрите. Вот такая вот кофтюлька. С рукавчиком. Вот так она со спиночки. На рост 116 сантиметров. Ну, она у нас девочка рослая, ребенку вот 5 лет. Но я не беру, вот чтобы тютелька в тютельку, немножечко побольше берем. И вот такие брючки, девочки. Вот, брючки, здесь бантик, широкая резинка и кармашки. И кармашки. Горошком брючки. Вот, девочки. Тоже пошито. Претензий вообще нет. Видите, какие шовчики все аккуратненькие. Все-все прошито. Резинка широкая. Вот когда широкая, это замечательно. Вот такая пижамка. Ну, я думаю, ее можно носить и не как пижамку. Вполне, девчат. Вот лето, в жаркий период, можно просто как костюмчик носить. Вот это вещи для внученьки. Так, пижаму я вам сказала, 322 рубля. Теперь для Веры. Для Веры
пришла костюм. Так, сейчас, девчата, то я, чтобы не запуталась. Терракотовый здесь. Костюм Рико. Персик. Почему-то персик написали. Штанишки. Вот такие вот. Это персиковые. Они чуть ниже колен. Ну как чуть ниже? Не чуть ниже, девчата. А от коленочка вот так, наверное, 10 сантиметров вниз они идут. Очень такое приятное полотно. Тоже здесь широкая, девочки, резинка. Это для Веры. Оверлок. Вот оно все прострочено. Классно. Вот такие вот. Вот такие вот штанишки. Вот они. Померила прям по ней. Брала 42 размер. И к ней идет вот такая футболочка. Цвет обалденный. Все цвета вот такие обожаю. Футболка, девчат, вообще такая приятная к телу. Материал, ткань, вернее, плотная, не тоненькая. 42 размера. Вот прошита тоже, девочки, очень добросовестно. Видите, швы какие. И вот прям вот у футболки. Футболка, да, классная. Вот ничего не скажешь. Здесь на рукавчике вот такой манжетик. Видите? Вот рукавчик. И здесь рисунок. И шляпка вязаная, приклеенная. Видите? Ну вот это вот сейчас снимем. Вот. Вот так смотрится. Вот рисунок поближе вам. Мишка. Я только сейчас увидела, что это Мишка в шапке якобы. Придумает. Но ей понравилось, девчата. Она будет носить с удовольствием. Вы уж простите, но не хочет на камеру мерить. Я думаю, вы все понимаете. Ребенку 15 лет. И как бы... Ну, не хочет, девочки, просто не хочет. Не уговорила я ее. Так, я сейчас цену найду и вам скажу. Цена, девчонки, это костюм называется Рико 3 персик. 42 размер, 686 рублей. И еще один костюмчик. Мадагаскар. Тоже 42 размер, терракотовый. На Веру тоже 728 рублей. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот, девочки, футболочка. Вот тут ткань потоньше. Вот легенькая. И вот прошита, я посмотрела все швы аккуратно. Но вот здесь, видите, как горловинка отделана. Просто ткань пришита, она вот обрезанная. Я не знаю, она может быть закрутится со временем. Я ее, девчата, я ее сделаю вот так. И просто прострочу, чтобы, ну, не махратилась. Мне кажется, может быть, она так и рассчитана, чтобы она вот потом как бы закрутилась. Ну, я не люблю такое. Я возьму на машиночке аккуратненько вот так вот ее прошью, чтобы не было махрушек, чтобы ни ниточек не полезло, ничего. И будет выглядеть очень достойно. Здесь коротенький рукавчик. Здесь, значит, давайте оторву этикеточку. Здесь тигр, мордочка, видите, с цветами. Вот такая вот футболочка, и к ней идут бриджики. Бриджики, девочки, штанишки выше щиколок, ну, как бы бриджи. Ну, может быть, от щиколок вот так вот повыше, 10 сантиметров. Два кармашка здесь. Резиночка широкая, девчата. Вот такие вот штанишки. Видите, тоже прошиты. Очень даже хорошо. Вера все померила, все прям по ней села. Я вот очень рада, что наш любимый Василек начал
шить вот на мою дочку 42 размер. Там раньше очень редко было найти ее размер, потому что там в основном шли 44 и выше. Мне даже девочки писали, все себе купила, Вере ничего. Просто девчата не было на ее размер. Вот появляться стал, естественно, я куплю на Веру, на внучку, а уже потом только на себя. Нам присылают этот товар, наш Василек, на обзор, девчата. Но вы уже все это знаете, поэтому я вас обманывать не буду. Товар очень нравится. Сейчас посмотрим, у меня еще не весь этот товар. Наловочки, девчата, я этот раз заказала поменьше наволочки, потому что у нас подушки разные. 60 на 60 сантиметров. Так, наловочка. За две штуки. 93 рубля одна штука. Вот я заказала, у меня на кухне там маленькие подушечки. Видите, какая красота. Просто красивая. 60 на 60, девочки. Вот на обратной стороне такая. Темненькие выбирала, говорю, потому что это на кухню. Туда пойдут наловочки. Что мне нравится, что вот этот вот запах, засовываем мы подушку, видите, какая высокая. Вот. Подушка уже не будет выскакивать, когда подушку одеваешь, и вот здесь вот, ну, не торчит сама подушка. Вот это вот широкий шьют. Вот. Красивая. Вот такая. Сейчас вторую откроем, посмотрим, одинаковые они. Я не открывала, девчата. Получила уже посылку дня два, но у меня что-то не получалось снять видеообзор. Вот вторая наловочка. Да, девочки, даже очень хорошо. С одной стороны вот такая она, вот одна, и вот она вторая. Смотрите, можно положить этой стороной, а можно положить вот этой. Красота. Да? Очень красивые. Но это все мы постираем, а потом будем пользоваться. И наволочка, я вам уже сказала, 93 рубля, девочки. Одна штучка. Хорошая. Затем у меня пришел пододеяльник. На этот раз я заказала двухспальный. 100% хлопок поплин. Вот такая вот этикеточка. Так, пододеяльник, девочки, сейчас вам скажу. Называется поплин «Нежное чувство». Двухспальный. И цена его 734 рубля. Давайте открывать. Цвет красивый. Красивые, девочки, цвет. Смотрите. И сердца. Вот здесь написано на сердце. Love you, люблю. Видите, сердечки. Ой, ну оно очень большой. Двухспальный, девчата. Это вот верхняя сторона. Сейчас немножечко наклоню, и вы посмотрите. Ой, ну кот мой бежит. Вот это одна сторона. А другая сторона, девочки, вот такая. Видите? Здесь вот я поближе подойду. Вот такие сердечки. Пододеяльник классный, мне нравится. Так, где у нас... Вход в него. Вход снизу? Да, снизу. Вот я люблю, когда снизу одеяло засовываешь, а не сбоку. Все прошито, девочки. Все прошито. Смотрите, видите?
Прошито на совесть, девчата. Даже придраться, ну, не к чему. Сейчас кот лег мне под ноги, девочки. Спал на своем шкафу. Вот, видите, оверложено. Сейчас я. Вот, идет оверлок и плюс еще одна строчечка. Красивый пододеяльник. Тут большие сердца, а с обратной стороны вот такие нежненькие мелкие сердца. Постираем и будем пользоваться. Может быть, дочка придет, заберет. Понравится, значит, им. Вере я уже запасла. Потом постельное белье. Пододеяльник, еще раз скажу, 734 рубля. Вот такое вот, девочки, постельное белье, полутораспальное, 100% хлопок, перкаль. По-моему, я хлопок еще не заказывала. Цена его 1259 рублей. Полутораспальное. Давайте будем открывать и смотреть. Вот, сейчас строим. Где тут открывать-то здесь? Так, запечатано. О, как запечатано сильно. Ну, я разрываю это. Просто разорву и вытащу. Так, сейчас, девочки, будем доставать. Наловочки здесь должны быть. Вот, нашла одну. Это, видать, простынь. Сейчас мы с вами все посмотрим. Вот вторая наловочка, ага. Наловочки, девчата, вот. 70 на 70. Поближе вам покажу. Вот такая вот мелкая полоса идет. Видите? Здесь тоже вот запах, видите, какой широкий под подушку. Прошито хорошо. Все обверложено, девочки. Прям вот, ну, классно. Цвет такой, бирюза. Мне нравится. Все мои любимые цвета, девчата, вот честно. Я обожаю все яркое, красивое. Белую постель я не люблю. Мы на белой наспались в детстве, в юности. А сейчас хочется что-то такое насыщенное, разнообразное, красивое. Вот такие две наловочки, большие, девочки. 70 на 70. Смотрим с вами простынь. Вот простынка. Ну, простынь точь-точь такая же, девочки. Вот ее ширина двухспальная. Ну, и вот двойная, вот тут вот вдвойне. Это вот длина, но вдвойне. Ага, вот эта простынка. Сейчас посмотрим мы с вами пододеяльник. Кот лег прям под самый-самый ноги мне. Вот такой, девчата, пододеяльник. Не знаю, какие тут расцветки. Смотрим. Вот такой расцветки. Как листики. Ой, красиво. Одинаково абсолютно с двух сторон. Девочки, одинаковые расцветки. Мне нравится. Видите? Сейчас разверну вторую сторону. Вот такая вторая сторона. Сейчас наклоним, и вы посмотрите. Видите, где мой котик? Засранец лег под ноги. Где мама, там и он. Вот такой, девочки, вот такой. Большой вот такой рисунок. Вы, по крайней мере, сейчас видите сам рисунок. Да? Мне нравится.
красиво, нежный, очень нежный. И, девчата, я вот первый раз такой приятный. Когда постираю, я обязательно скажу. Вот до этого, что я выписывала, мне все комплекты нравятся. Не линяют, не садятся, девчата. Стираю на обычной стирке получасовой. У меня на 30 градусов машинка работает. Но можно там прибавлять больше градусов. Я никогда не прибавляю. Мы стираем на 30. И 800 оборотов в минуту отжим идет. Полчаса стирает. Хоть бы один комплект что-то там повредился. Никогда, девочки. И вещи. Вещи вы вот уже видели. Вот черное с красным платье. Это мое вот в любимых. Попалась туники я ношу с Василька. Им ничего, девчата, не делается. Абсолютно. Летние там у меня сарафаны есть еще. Те, конечно, я еще не одевала. Ну, потому что еще лето не наступило. Наступит лето. И будем одевать, и будем форсить. Я думаю, так. Вот поближе поднесу. Нежный, нежный. По ощущениям текстильно. Да? Вот к ручкам. Очень приятная. Очень. Вот. И это у нас идет как бы перкаль. Перкаль. Ну, хлопок. Хлопок стопроцентный. Да. Пододеяльник вот размеры 143 на 215, простынь 145 на 214 и две наволочки 70 на 70. Ну вот, девчонки, я вам все-все показала. Все товары, которые я получила. Огромное спасибо Васильку. То, что я вот могу получить на обзор. И пользоваться этими вещами. Я очень благодарна за это магазину. Я оставлю ссылочку, девочки. Проходите по ссылке. Там много-много-много товаров. Для мужчин, для женщин, для дома, для деток. Смотрите, выбирайте. Для деток, вот сколько я выписывала платья. Прошлый вот заказ я выписывала, помните, была такая безрукавочка, курточка розовая. Дочь сказала, мама наносит с большим-большим удовольствием. Очень. Вот сейчас вот у нас такая погода, что еще в кофточке рано, а в теплой куртке уже жарко. И она носит эту вот розовенькую курточку, там сердечками кармашки у нее. Но я показывала, если кому интересно... В прошлом моем обзоре Василька можете посмотреть. А можете на сайте увидеть, девчата. Там я даже смотрела, эти курточки на 5 были на 6 лет. Сейчас даже больше, по-моему, чем на 5-6 лет есть. Но выбор есть там, девчата. Заходите, выбирайте, выписывайте. За доставку сколько, я не знаю. Нам высылают бесплатно через ДЭК. Я получаю через ДЭК. Понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, девчата. С вами была Татьяна и мой котик. Вон он лежит. Видите, Маркиз? Маркиз? Ну, скажет, ничего не знаю, ничего не слышу. Вот так, девчат, показала вам кусочки Маркиза. Ну, иди покажемся, ладно. Вот он, девочки. А то меня всегда просят, где Маркизик, покажите Маркизика. Видите, мы ходим в ошейнике. Теперь клещи не цепляются. Ну, а на этом все, мои дорогие. До новых встреч. С вами была Татьяна. И всем пока-пока.